Славянский район не раз становился площадкой для проведения всероссийских и краевых соревнований. Прекрасная материально-техническая база позволяет сделать это на высоком организационном уровне. Поэтому вопрос, где пройдут краевые семейные игры «Стартуем вместе», был однозначно решен в пользу нашего муниципалитета. Краевые семейные спортивные игры «Стартуем вместе» проводятся на Кубани уже более 10 лет. За это время они стали одними из самых популярных. На торжественном открытии соревнования лучшие спортивные семьи Кубани поприветствовали вице-губернатор Александр Власов, депутат ЗСК Александр Пугалов, глава Славянского района Роман Синеговский, министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. Семейные спортивные игры проходили в течение 2 дней. За победу приехали побороться семьи из 42 районов края. Каждая семейная команда старалась выложиться по максимуму и показать свои лучшие результаты. Соревнования очень нравятся. Прям интересно участвовать. И познакомились с многими районами, другими с представителями. В общем, очень понравились соревнования. Организация соревнований на высочайшем уровне. Вообще очень здорово, что такие соревнования проводятся. Вот, как бы все по высшему разряду. Славянский район представляла семья Завгородних. Они постоянно участвуют в семейных спортивных играх. И в этом году им была доверена честь представлять наш муниципалитет. И это доверие самая спортивная семья района оправдала. Они достойно выступили. Волнительный момент, потому что принимают участие много команд. Все районы Краснодарского края очень все сильные соперники, достойные. Поэтому надо было показать всю силу нашу, всю мощь. Старались как могли. Максимальные результаты у нас были. Переживали. На самом деле сегодняшний день показал, что мы молодцы. Мы выступили на все 100, что были готовы. Мы довольны своим результатом. Сделали все, что смогли. Спасибо, Славянск. Семейные команды соревновались в настольном теннисе, дартсе, шашках и эстафете. Славянская семья Завгородних в соревнованиях по дартсу и легкоатлетической эстафете заняла 2-е место. В общекомандном зачете у нас 4-е место. Славянские спортсмены уступили всего лишь несколько баллов команде из Мостовского района, которые заняли 3-е место. На 2-м месте семья из Красноармейского района. И самую высокую ступеньку пьедестала заняла команда из Усть-Лабинского района. Они и стали самой спортивной семьей Кубани. Это была мечта. 2 раза ездили 2-е, и, наконец, мечта сбылась. 3-й раз 1-е место, Бог любит троицу, все, слава Богу, случилось у нас. В каждом виде старались, поддерживали, у нас группа поддержки, он был сынок и еще сынок. Переживали, друг друга поддерживали в каждом виде, совещались, спрашивали, какое место, особенно по шашкам. После каждой игры спрашивали, какое, молодец, давай, друг друга поддерживали, эмоции зашкаливали, были ошибки, старались исправляться, вот, правду говорит. Ну, конечно, волнительно, интересно, незабываемо. Я очень горжусь моей семьей, то, что мы сегодня заняли 1-е место. Даже понравилось тут быть. Моя семья самая лучшая. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».